Я Дергачев Вячеслав Николаевич, проживаю в городе Батайске Ростовской области по улице Крупская, 44, квартира 8. 1 мая 2003 года моего двоюродного брата Дергачева Владимира в баре, который находился по улице Кирова, 15, и назывался «Джем», зарезали ударом ножа в горло. В это время в баре находилось больше 50 человек, в том числе несколько работников милиции. Патрульно-постовая служба, которая приехала на место происшествия, задержала убийцу с орудием убийства. Мой брат скончался через 15 минут после удара ножом. Когда я прибыл на место происшествия, он уже был мертв. Мне сразу сказали люди, которые видели, кто его убил. Но после этого сразу работниками милиции, сразу, значит, улики, к утру оказалось, что улик нет. Опознание провели таким образом, что свидетелей, которых я могу назвать, если следствие будет продолжено, их запугали. Опера приезжали непосредственно и намекали, что давать показания нельзя против того, кто убил. Мне сказали свидетели, что убийцей был Михаил Красников, сын начальника криминальной милиции города Батайска. Отец покойного написал заявление с просьбой перевести дело в областную прокуратуру, потому что считалось, что здесь все повязано, тем более, что подозреваемым являлся сын начальника криминальной милиции. Но следствие вело таким образом, что и были запуганы свидетели, свидетели, которые готовы были давать показания, их не вызывали. В общем, следствие было развалено, и дело отправлено, ну, как... То есть, как бы убийца был не найден. Хотя весь город знает, кто его убил. Все работники милиции. Я жаловался в отдел собственной безопасности Южного федерального округа. Со мной обсуждали работники этого отдела ситуацию. Они говорили, что им многие работники милиции в частной беседе подтверждали этот факт, но из страха свидетельствовать против Красникова отказались писать свои показания на протокол. Я писал жалобы в прокуратуру, Путину, уполномоченному правам человека. Вот. Все спускалось на тормоза, отправлялось обратно в прокуратуру, и мне приходили из прокуратуры отписки. Никто ничего не проверял и не проводил. Уже заканчивается третий год после гибели моего брата, а ВОЗ и ныне там. И я, не знаю, я требую, чтобы справедливость хоть когда-нибудь восторжествовала, чтобы убийца, мало того, в момент совершения убийства Михаил Красников учился в высшей школе милиции. Через 2 недели после того, как совершено было убийство, он якобы по семейным обстоятельствам ушел в академотпуск. Хотя я узнавал, его заставили уйти, потому что и там тоже знали, почему, что он сделал. Потом я узнал, что он восстановился в школе милиции. Пусть даже на коммерческом отделении. То есть, другими словами, он сам скоро станет, оденет погоны и станет работать в правоохранительных органах. И считаю, что этого допустить нельзя. Убийцы не должны работать в правоохранительных органах, они должны сидеть в тюрьме. И те, кто их покрывал.